Итак, всех приветствую на своем новом видео. Тема сегодняшнего видео – добавление стандартных изделий. Ну что ж, из этого кратенького урока мы узнаем то, что можно. Компас обладает стандартными изделиями, то есть добавление стандартных изделий. Вот, на этом все. Поэтому, пожалуйста, не забывайте давать обратную связь. Обращайте внимание на плашки, которые я оставляю в виде контекстных действий в самом видео. На этом все. Всем спасибо. До новых встреч.